холостяк я здесь. Где, сынок, сейчас я Вике позвоню, чтоб... Что, давай. Что? Вика, алло. Ну, я вот собираюсь, вот, сейчас малу одеваю, буду выдвигаться. Мы жили ж под аэропортом Спартак. Мы ж там жили. Вот. И настолько привыкли ко всему этому, что вот так снаряды, вот мы кушаем, а снаряды в 15-20 метрах разрываются, грады. Поэтому страшнее с каждым днем становилось, и потом уже люди позвонили с Крыма, вот, знакомые. Вот, и мы поехали. Я тебя футболку не одел? Поехали, там находились 3 месяца. Вот. Ну, за счет того, что жена была беременная, остаться можно было, но мы являемся гражданами Украины. Вот, а ребенок был бы гражданином бы России. И мы, у нас были проблемы с вывозом ребенка. Ну, поэтому решили ехать в Украину рожать ребенка. То есть и за ребенка, можно сказать. У меня там кофты нет. Что ж такое? Где же? Когда нету мамани, тяжеловато. Все, я побежал. Ватя, стой. 45 рублей. Куда ты? Опа, я. Куда ты? Хорошо, я здесь, я подожду. Ой, пакет я в холл вынес. Вот там как-то душновато, мне и так что-то жарковато. Ощущение, ой, и не знаешь, радоваться или плакать. Посмотрим дальше. У нас как бы здесь, в маяках есть, то есть какие-то планы на будущее, даже если не получится вернуться домой, то у нас есть возможность остаться здесь. Будет строить коттеджный поселок, вот, и каждый даже будет выбирать, где он будет жить. То есть это серьезные условия, чтобы принять, ну, выбор сделать, вернее, правильно, остаться или уехать. Выбор всегда делать тяжело. Да, пойдем. О, такая. А? Можно? Сейчас. Заходи. Шарики, да, сыночек? Да. Ой, ты, я разбоюсь. О, выкинул, да? Ся. Сярики. Подарок тебе сделали. Ся. Да? Сярики-то. Вот. Да? Надя. Ся. О, ся. Ся, ся, ся. Позади вас есть участок земли, если я не ошибаюсь, это около 5 гектар. Вот. И, соответственно, когда будет строиться этот коттеджный поселок, то будут наниматься люди. То есть, ну, наниматься. Скорее всего, лишь местные, которые здесь находятся, они и будут строить эти коттеджные поселки. А там, может, будет, вот есть уже одна ферма, а может, еще где-то там будет рядом наша же ферма. То есть это будет построенный большой длинный сарай, где может каждый житель этого поселка, например, взять часть какой-то там территории в этой сарае, например, там для 3-4 коровы, а может и больше, все зависит от того, что, кто будет как справляться. И у каждого будет свое там для коровы стойло, вот, пойло, и будет человек заниматься, то есть для людей, переселенцев. Поросята там. Уже нету, Борька, да, Борька был?
Борьку уже все. На столовой уже кушают. Так, Кашка, мы зайдем в сарай, посмотрим. Он кролик. Вот здесь вот живут у нас, получается, коза и корова. А у них еще вот есть друг, кролик. Ну, правда, коза не любит его, а корова любит. Куры вот. Вот фотография кота, наверное, чтобы побольше яйца несли, да? Чтобы не расслаблялись. Вот так вот. Вот такая у нас свиноферма. Свина, корова и кура-ферма. Все в одном. Вот. Это все как бы для, как говорится, для старта. Если все нормально, то пойдет расти. Поэтому начинается все с малого. То есть это такие планы, реально. И вы знаете, если бы это просто была бы болтовня бы, то, ну, а не на деле, то мы в это не поверили. Дело в том, что тоже никому не верилось, что утеплиться до зимы это здание, тоже где материал брать, откуда, это же большие деньги. Вот. Так же самое и крыша, вот если как видите, крыша уже строится, это тоже вот я нахожусь в этой бригаде строительной, которая ремонтирует. Как там мостик, чтобы подпрыгнуть, да? Я здесь всего лишь полтора месяца, и как бы я смотрю, обдумываю, оценяю, то есть смотрю, то есть я не циник, но я не думаю о себе, я думаю о своей семье. Как для них будет хорошо. Потому что, ну, если ты семьянин, то ты уже перестаешь быть эгоистом. То есть и даже бы хотелось остаться здесь, чтобы вот с этой бригады строить коттеджный поселок. Я думаю, что материал не будет успевать завозить, как мы будем делать его, устраивать. Я вижу, то есть, что здесь очень красивая, ну, природа. Здесь хороший, чистый воздух. Вот, здесь рядом река. Все для того, чтобы пережить. Вот это я вижу.